Дорогие друзья, добрый день! И сегодня мы продолжаем наши встречи в нашем клубе «Вдохновение». А тема нашей сегодняшней встречи замечательная. Это творчество Михаила Ивановича Глинки, которому в этом году исполняется 190 лет со дня рождения. Вот рядом со мной очень интересный человек. Я сразу хочу вам представить, потому как очень редко, когда, при том, что у нас жизнь очень разнообразная и интересная, все-таки в гостях такие люди очень редки. Я в двух словах расскажу о том, что человек, который рядом со мной сидит, это наша гордость, гордость вокального искусства нашей Родины. Человек, который проработал в Большом театре более 40 лет. Человек, который оставил след, огромнейший след своим замечательным вокальным искусством, творчеством. Человек, который пронес любовь к музыке, к искусству через всю свою жизнь. И человек, который радовал не только слушателей нашей страны, но и зарубежных в течение многих-многих десятилетий. Когда состоялись первые гастроли Большого театра за рубежом в 50-е годы, именно этот человек способствовал тому, что гастроли проходили с триумфальным успехом. Итак, сегодня у нас в гостях народный артист Союза, лауреат многих государственных премий, солист Большого театра Иван Иванович Петров Кравзе. Но, а поскольку сегодня у нас речь идет о нашем замечательном, дорогом, всеми любимом Михаиле Ивановиче Глинке, а творчество Ивана Ивановича Петрова Краузе очень сродни творчеству Глинки, и мы поймем это почему, я думаю, что замечательно то, что сегодня у нас состоится эта встреча, будет беседа, мы будем слушать записи, но пока... Я думаю, прозвучат первые наши после позывных музыкальные впечатления. Это музыка Глинки. Но кто знает, что это за музыка? Ну, пожалуйста. Правильно, это увертюра к опере «Руслан и Людмила». А, кстати говоря, запись тоже редко сейчас прозвучала, потому что это запись 60-х годов оркестра Большого театра. А дирижер Небальсин, это замечательный русский дирижер, с которым творчеством которого мы сегодня еще раз соприкоснемся. Но вот знаете, Владимир Федорович Адоевский замечательно сказал много лет назад, отмечая и те явления, которые русскую жизнь посетили, удивительные явления, он сказал так: «Уверьте мне, на русской музыкальной почве вырос роскошный цветок, имя ему – радость». Это наша радость и слава. Берегите этот цветок. Он нежный и цветет лишь один раз в столетие.
Владимир Федорович сказал о творчестве и о облике музыкантском и человеческом облике Михаила Ивановича Глинки. Давайте вспомним сейчас, может быть, некоторые страницы его музыки, фортепианной музыки. И внимательно послушаем, и, надеюсь, многие из вас вспомнят эти страницы и скажут, что это.
мы еще об этом поговорим, потому что ведь Глинка, вы помните, был, кроме того, что он, безусловно, гениальный композитор всех времен и народов, но еще он был замечательным пианистом. А вот, наверное, вы почувствовали в первой пьесе «Ноктюрн. Разлука», вы, наверное, почувствовали влияние его учителя. Это был несколько уроков и очень таких ценных уроков. Глинка, пианист, взял у всемирно известного Джона Фильда, который работал в России. И вот даже некоторое влияние в фактуре фильдовских ноктюрнов здесь ощущается, вот в этом ноктюрне «Разлука». А вообще Глинка был замечательный пианист, замечательный певец, и об этом мы тоже поговорим. Но, Иван Иванович, вы все-таки скажите нам, пожалуйста, вот мне так кажется, что, судя по тому, немногому, что все-таки каждый из нас знает о вас и ваших записях, все-таки присутствие Глинки там очень значительно. Насколько я понимаю, в ваших записях, то есть вы обращались всю жизнь творчеству гениального композитора и в романсовом его репертуаре, и арии из опер пели, и в спектаклях. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали. Конечно, творчество Михаила Ивановича Глинки, это оно было все время со мной. Даже до того момента, когда я стал уже профессиональным певцом. Когда я был совсем еще юношей, когда учился в школе, в обыкновенной школе, это было здесь, в Москве, 57-я школа Сокольнического, а потом Ростопинского района. И вот там я впервые начал петь. Ну, петь, знаете, как и многие, в общем-то, артисты уже... настоящие певцы, они ведь прошли школу какую? Они начинали в самодеятельности, почти, чуть ли не 100%. Понимаете? Вот так и я начал свою карьеру с самодеятельности. И первое, что я спел, первое произведение на сцене, это была ария Руслана из оперы «Руслана и Людмила» «О поле, поле, кто тебя усеял», которая будет звучать немножко позже. Из опер Глинки я выступал и в двух операх. Собственно, две оперы Глинки я написал. Это «Иван Сусанин», где я исполнял Ивана Сусанина, и «Руслан и Людмила», где я исполнял Руслана. Ну, что сказать вам? Конечно, эти две роли и две партии необычайно трудные, необычайно ответственные и необычайно интересные, по всем периметрам. И вокально, и сценически, и драматически, и по внутреннему настрою. Это все очень интересно. И поэтому, когда я работал над этими партиями, над этими ролями, я отдавал все то, что у меня было. Все время я был одержимым человеком. Ну и, конечно, в моем концертном репертуаре, я имею в виду те произведения, которые я пел под рояль, выступая на концертах. А я выступал с сольными концертами, выступал и в смешанных концертах. Но у меня где-то было... около 10 произведений Глинки. Вот я даже, чтобы не забыть, записал. Понимаете? Вот. Баллада «В 12 часов по ночам». Очень красивое произведение на стихи Жуковского. «Сомнение» тоже изумительный романс на стихи Пуканика. «Забуду ли я», «Северная звезда», «Дубрава шумит», «Не пой, красавица, при мне», «В крови горит огонь желания», «Мазурка» и такая маленькая миниатюра на пушкинский текст «К Мэри». Ну вот, это где-то около 10
произведений, то, что я пел камерные произведения Глинки. Но можно было петь и больше, конечно, но у меня было и много других задач, в особенности оперный репертуар. Да. И я должна сказать, что вообще репертуар концертный, романсовой литературы огромный у Ивана Ивановича. Он включает более 250 произведений на разных языках мира. Поэтому, конечно, и все-таки в русле вот этого направления романсового творчества, мне думается, что романсы Глинки действительно заняли достаточно значительное место. Да. У вас. Вы знаете, Глинка ведь писал очень простым, доходчивым языком. Там не было каких-то замысловатых мелодий или гармоний. Просто писал. В общем, так, как и Моцарт тоже просто писал. И Бетховен тоже просто писал, в особенности для вокалистов. Но в этой простоте и трудность для исполнителя. Но эта простота, она и доходчива. Она доходит до слушателя. И она нравится. Ну, это свойство, конечно, и всей русской музыки, потому что в русской музыке обычно вот эта искренность, необыкновенная задушевность, она свойственна. Конечно. Это естественно у Глинки получалось, но всегда при том он опирался на что? На, прежде всего, естественную вокализацию. Он же был замечательным певцом сам, Глинка. Вы знаете что? Рассказывают современники об этом. Вы понимаете, я не могу сказать, что он уж был таким замечательным певцом. Нет, я вам скажу почему. Потому что у Глинки был небольшой голос и короткого диапазона. Понимаете? И вот он писал произведения, у него ведь нету в романсах так, чтобы какие-то там очень высокие ноты или очень низкие ноты. Нет, такой диапазон более или менее умеренный и удобный для исполнения. Понимаете? Вот именно, что удобный. Да. Он знал природу вокала, он знал природу голоса и не носил эту природу. Это очень важный момент. Да, да. Но, например, будет у нас разговор о Руслане, я потом вам расскажу, как он, например, написал эту партию Руслана. Да и Сусанину тоже. Ну вот, скажем, современники Михаила Ивановича Глинки, артист Александринского театра, я специально вам прочту это. Самойлов писал следующее. Михайло Глинка вызывал слезы у присутствующих, певших свои задушевнейшие романсы. У него был не сильный тенор, но чрезвычайно приятный. И никто не умел петь его романсы с таким выражением, как он сам. Кроме того, он был замечательным пианистом. А вот Александр Николаевич Серов, например, действительно, где-то сходится с вашим высказыванием. Он пишет, можно сказать прямо, кто не слыхал романсов Глинки, спетых им самим, тот не знает этих романсов. Голос Глинки был тенор, не особенно высокий, не особенно красивого тембра. Вот эти разные восприятия одного и того же явления у разных людей, это естественно. Не особо красивого тембра, но чисто грудной, звучный, металлически резкий на высоких нотах иногда. Во всем регистре необыкновенно гибкий для страстного драматического выражения. Глинка отчеканивал в своем пении каждое слово. Поэзия его исполнения, повторяю, непередаваема. А, кстати говоря, вот действительно, та самая проблема у певцов, которые существуют, это дикция. Она очень осложняет восприятие. Мы очень часто мы слышим прекрасных, может быть, даже по голосовым данным певцов, но ни одного слова, о чем он поет, не ясно совершенно. А ведь надо сказать, что пропадает то самое первооснова, с чего возникает или романс, или ария. То есть поэтическое слово. И действительно, это становится большой проблемой. От этого, наверное, школа еще должна быть. Вы знаете, школа школой. Но я вам должен сказать, будь то романс, будь то ария оперная или вообще партия оперная, певец должен петь не ноты, нет, и не слова.
он должен петь состояние. Вот когда он будет петь состояние, вот тогда каждое слово будет слышно в зале, и каждое слово дойдет до слуха. Образ. Образ, образ произведения. Вот что должен делать исполнитель. Интерпретация. Вот, вот другими словами. Правильно. Понимаете? Да. Thank you.
Да, ну, пожалуйста. Иван Сусанин, центральный образ оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин». Эта опера была поставлена в 1836 году в Петербурге и называлась она «Жизнь за царя». Вот интересно, Иван Иванович, этот образ, конечно, навеянный легендой, как костромской крестьянин во имя спасения Отечества пожертвовал своей жизнью. Этот образ, конечно, глубоко народный. И Глинка это чувствовал всеми фибрами своей души, всем мощью своего таланта. Но каков должен быть, соответственно, перевоплощение в этот образ? Это же проблема сценического образа, создания сценического образа, и проблема создания музыкального образа средствами музыки самой. Здесь же многоплановость необыкновенная. Наверное, вы работали над этим очень тщательно, очень долго, изучая источники, изучая не просто партитуру и клавир оперы Глинки. Вы знаете, у нас в театре был замечательный Сусанин Максим Давыдович Михайлов. Но он очень подходил тоже, вот, понимаете, и по голосу. Огромный голос был такой мощный, широкий. Он подходил и внешне, он такой был, знаете, глыбистый, ну, мужик от земли, понимаете? И поэтому, когда еще были два Сусанина, замечательных певца, Рейзен и Пирогов, а он у них выиграл соревнования, понимаете? И он остался Сусанином и стал петь. Да, а те потом ушли от этой партии, потому что, в общем, они с ним не могли конкурировать. Понимаете? Вот как интересно. А замечательные певцы. Я считаю, что это великие певцы нашего времени. Да. Вы понимаете, что? И вот потом Сусанин еще пел, приехал из Свердловска Николай Федорович Щегольков. Мягкий бас такой. Ну, хорошо он пел, но не было такого масштаба. А для этой партии нужен масштаб. Почему? Потому что, ну, Сусанин, кто такой Сусанин? Мало того, что это обыкновенный мужик, но он не просто мужик, ведь он староста в деревне, он уважаемый и почитаемый всеми человек. И кроме того, он патриот, который не пожалел своей жизни и пошел и отдал жизнь за свой народ. Там, ну, тогда говорили «жизнь за царя», а у нас ставили все-таки, что он вот «страха не боюсь, смерти не страшусь, лягу за святую Русь». Так он говорил, так он пел на сцене Иван Сусанин. Ведь Глинка свою оперу хотел назвать Иван Сусанин. Иван Сусанин. Но цензура и царская цензура не разрешила. И говорит, давайте другое название. И вот придумали другое название. Кстати говоря, потом, да, это вот как родоначальница целого огромного направления. Это опера далее в русской музыке, можно проследить. Потому что потом возникают именно оперы Мусоргского, Бородина, эпические музыкальные драмы. Вот. То есть это вот сгусток всего русского духа, сгусток необыкновенной вот этой вот певучести русского мелоса, то, чем владел так Глинка, далее стало развиваться. Ну, это интересно. Вот в своих операх Глинка все-таки использовал и итальянское веяние, понимаете, композиторское. И даже в этой арии вы почувствуете, и есть какие-то моменты итальянского бельканта. Да. Ну, можно сказать, что Глинка создал фактически русское бельканто. Да, он создал, наряду с созданием музыкального русского языка,
Потому что в этом языке сконцентрировались уже все достижения до глинкинской эпохи, все достижения, которые были в западноевропейской музыке, потому что Глинка ведь невольно изучал и очень жаждал изучения, и любил творчество Бетховена, Моцарта, Берлиоза своего современника. То есть, понимаете, Глинка был в курсе всех событий. И вот именно сфокусировав в своем языке все то лучшее, что, так сказать, было уже наработано поколениями. И вот он именно создает свой музыкальный язык, свой мир. А этот мир весьма широк. Русский музыкальный язык, русская музыкальная школа. Но гений есть гений. Совершенно верно. И вот мы сейчас обратимся еще. И все-таки мы, Иван Иванович, сейчас вернемся с вами еще к одной опере. Волшебной опере. Руслан и Людмиле. Образ Руслана. Вот меня интересует. В этой опере есть два образа, которые поют басы. Да? Или баритон все-таки поет фарла. Да. Вот интересно, вот этот. Значит, два образа, противоположных образа. Фарлаф и Руслана. Пили ли вы эти два образа? Нет. Вы знаете, в этой опере Глинка написал для басов две партии. Есть два образа. Это Фарлаф и Светозар, отец Людмилы. Руслан был написан для баритона. Эта партия написана для баритона, более высокого голоса. Но, так как эта партия требует, ну, такого большого, что ли, впечатления, что вот масштабности, да, то уже издавна поют эту партию басы. И сложилась традиция, что партию вот баритональную Руслана поют басы. Так же, как и Бориса Годунова. Борис Годунов тоже Мусоргский написал Бориса для баритона, но поют басы. Алеко тоже написал для баритона, а все-таки чаще всего поют басы. И многие партии вот такого плана у баса звучат более убедительно. И вы знаете почему? Вот сейчас прозвучит, я думаю, ария. Вот вы обратите внимание. Вот первый речитатив. Выходит Руслан вот на таких, на красивых аккордах вступления контрабасов и виолончелей. Очень красивый, такой красивый ми-мажор. И он застывает в каком-то, понимаете, оцепенении, когда он видит вот это огромное поле, все усеянное костями, щитами поломанными и так далее. И вот он начинает свою арию, но начинает арию с речитатива. Речитатив: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И вот если Руслан споет этот речитатив мелко, то все остальное будет неинтересно. Но тесситура страшно высокая, обратите внимание. Большой театр, оркестр так играл раньше. Это Кондрашин, да? Но, тем не менее, так играл выразительнейшим образом оркестр.
Thank you.
блещет мне ножем. Подробный путь я безоружен, и полный конь сейчас войны. И щит, и меч раздроблены. Thank you.
петь в такой опере, и в Сусанне, и в Руслане, и вот петь, и справляться с такой партией, это доставляло большое удовольствие. Это, вот эта ария в особенности, это самое трудное, что есть в басовой литературе. Я почему говорю басовой? Потому что уже это вошло уже в традицию, поют басы. Самое трудное, труднее ничего нет. Но замечательно. Вы знаете, а я сейчас вспомнила высказывание Александра Николаевича Серова, который говорил, что, к сожалению, и это вот тоже стало традицией уже, что чем ярче, талантливее артист, тем дольше доходит до него слава, и тем дольше он ожидает оценки своего творчества. К сожалению, это уже стало тоже традицией, но не очень хорошей. И вот я вспомнила, что я читала рецензии разных лет, и рецензии вот после ваших дисков, изданных в Японии, в Америке, и рецензенты отмечали очень точно, что действительно могучий русский бас с могучей основой духа, с прекрасной вокальной школой, это мы сейчас могли убедиться, потому что сейчас почти так не поют уже, вот именно русское бельканто, создавал непередаваемые образы на сцене, образы сильные, мощные, величественные и основательные. Очень точно сказано. Потому что действительно для этого нужно дар большой и вокальный, дар перевоплощения в героя, дар и мастерство владения материалом. Это очень трудное, труднейшее искусство. Но я думаю, мы к этому еще вернемся. Иван Иванович еще нас не покидает. А мы сделаем маленький перерыв и снова в этом зале. И вот мы говорили о том, что все-таки если интересный человек находится в голове какого-то очень интересного дела, это дело ширится, это дело обретает свою основу, и след оставляет безусловно на земле. И вот так оставляет след вокальное искусство, прекрасное вокальное искусство мастера Ивана Ивановича Петрова Крауза, так оставляет след и его дело, которое он и в наши дни продолжает делать. Вот я хочу немножечко вам рассказать о том, что Иван Иванович, естественно, не удовлетворился. Он человек беспокойный, потому что просто, как говорится, спеть, вот иметь диски, и все это его мало удовлетворяет. Но он хочет, чтобы его дыхание, искусство его зажгло и других людей, не только слушателей. Но у него есть и очень интересные воспитанники. Потому как, конечно, человек с таким опытом, с такой школой вокальной и с такими колоссальными концертным репертуаром и оперным репертуаром не мог удовлетвориться, спокойно идти, как говорится, и отдыхать. Нет, педагогическая работа, она очень интересная. И вот у Ивана Ивановича в Доме ученых есть вокальная студия, где он регулярно бывает, в которой он как с коллегами наравне разговаривает с молодыми и не молодыми, но уже теми, кто болеет за музыку, музыкантами,
теми, кто не может, тоже спокойно просто заниматься своей другой работой. Это люди все те, которые... Это инженеры, да? Это врачи. Вот, а вот кто это, интересно, расскажите. У нас коллектив вообще состоит из научных работников. У нас есть и профессора, и доктора, и кандидаты всевозможных наук. Так что вот, вот такой народ, очень интересный. И почему я вот уже 15 лет там с ними занимаюсь, и почему мне это доставляет удовольствие? Ну, во-первых, люди интеллигентные, люди научного мира, но они после трудных дней, они читают лекции, после этого прибегают буквально, запыхавшись, прибегают в дом ученых, скорее-скорее чуть-чуть распеться и что-то спеть. Тут 2-3 романса, арию, и я вижу, как они, как усталость у них проходит, они загораются, и они, это, ну, хобби настоящее, и, а многим просто это как вторая жизнь. Знаете, они без этого жить не могут, и это замечательно. Музыка, то есть, вошла в их душу, в их сердце настолько, что без этого они не могут жить. И это мне очень приятно, и я с удовольствием с ними занимаюсь. Но они такие же увлеченные люди, как вы, Иван Иванович. Ну, наверное. Вот от вас, так сказать, все, вот вы идете, вот этот огонек в искусство проносите вы. И вы знаете, вот мы с некоторыми воспитанниками, Иван Иванович, вас сегодня познакомим. И все они поют много романсов Глинки и арии из опер. И вот я сейчас вспомнила, что действительно, когда мы говорим о Михаиле Ивановиче Глинке, то мы говорим о создании национальной школы, музыкальной русской школы, музыкального русского языка. И такой же язык литературный создал Александр Сергеевич Пушкин. Вот эти два родоначальника, два русла мощных, которые потом развились в огромные реки. Мы потом получили таких корифеев русской словесности, как Бунин, Куприн, и можно и Лермонтов, и можно перечислять, и перечислять, и перечислять. И у истоков стоял Александр Сергеевич Пушкин. Жуковский, Адоевский, великие люди. И вот, конечно же, Пушкин был современником, мы должны этого не забывать, современником Михаила Ивановича Глинки. А Михаил Иванович познакомился в творческих собраниях, в кружках, где Пушкин появлялся. И они не могли не встретиться. И вот рождается произведение на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Мы сегодня послушаем. Я хочу пригласить нас о том, что Глинка выразил в своей музыке, будучи необыкновенно разносторонним человеком, человеком, который интересовался многим. Вот видите, как и эти замечательные наши коллеги, которые в разных ракурсах свою жизнь построили, видите, как они и искусство, пробуют себя в вокале, это очень трудно, и занимаются достижениями, имеют реальные достижения в своей области. А вот Михаил Иванович Глинка, он тоже увлекался очень многим. Вот как рассказывают современники, он был прекрасным пианистом. Вот мы уже говорили о том, что он замечательно пел. Он изучал языки. Вот, кстати говоря, вот эта страсть к языкам, к изучению иностранных языков, у него была с детства. Потому как в совершенстве Михаил Иванович Глинка знал французский, итальянский, испанский, немецкий. Вот 4 языка. А изучал еще персидский, латынь. Вот вы представляете себе многообразие интересов. Причем имел реальное достижение. Потому что когда он путешествовал, ему довелось много путешествовать по разным странам мира, он совершенно свободно себя чувствовал, потому что он общался на языке людей этих стран. И это ему доставляло радость. Он познавал изнутри эту культуру.
А еще к тому же он интересовался биологией, как рассказывают современники, естествознаниями. Интересовался литературой, уже зная ее изнутри, читая многое. Эрудированный человек необыкновенный. И вот интересно, что был период, когда он попытался овладеть игрой на скрипке. И говорят, что ему это неплохо удавалось. На скрипке. И арфе. Вот вы можете себе представить широту интересов Михаила Ивановича Глинки. Сейчас мы послушаем еще одно произведение. Возможно, эти звуки вы уже слышали, но вот послушайте, как звучит это произведение в другом инструменте. А изначально вы его слышали на фортепиано. Я попрошу на сцену студентку музыкального училища при Московской консерватории Ольгу Зайцеву. Будем слушать. Произведение вы скажете, как оно будет звучать.
пожалуйста. Да, значит, «Ноктюрн» был «Разлука». Мы слушали его в фортепианной версии. Но что интересно, все-таки, вот видите, замечательное произведение, оно стало репертуарным у орфистов. И переложение сделал сам Гринко, играя на арфе. То есть он знал уже специфику этого инструмента. И с тех пор традиция исполнения этого произведения издавна ведется вот до наших дней. Да, это было правильно. И вот интересно, как совершенно по-другому звучит это сочинение. Темброво освещенное абсолютно по-другому. И как это интересно, правда? Так, когда, например, Глинка рассказывает, исполнял свою музыку, показывал одно из произведений, потом ставшее классическим, от которого пошли корни в другие области, уже в русский симфонизм, Камаринскую, то рассказывают, что это было потрясающее зрелище еще, потому что Глинка не мог, естественно, за оркестр на рояле очень трудно сыграть партитуру, потому что все тонкости тембровые, может быть, теряются многие. Но тем не менее, настолько он сумел доносить образ сочинения, что он даже пританцовывал, он прищелкивал, он подпевал за разные инструменты. Это было такое великолепное зрелище, что было ясно абсолютно, можно было представить, какие инструменты он изображает, какие инструменты в оркестре играют это. И это было увлекательное, именно даже и зрелище, и слышание того, как Глинка изображал свою симфоническую музыку. А от Камаринской потом пошла мощная ветвь русского симфонизма далее. Потому что он тоже стал родоначальником русской симфонической школы. Об этом говорил и Петр Ильич Чайковский. А вот сейчас мы послушаем еще несколько произведений вокальных Михаила Ивановича Глинку. Я хочу пригласить на сцену Людмилу Гапочка. Пожалуйста. Поет Людмила Гапочка партию фортепиано Зоя Бутырина. И сейчас мы послушаем романс, который называется «Кадель». С этого начнем, да? Пожалуйста, тогда «Северную звезду». Да, пожалуйста. «Северная звезда». Yeah.
в Италии, где он прожил 2 года. И вот на стихи поэта Козлова Михаил Иванович пишет «Венецианскую ночь». Thank you.
активный работник культуры России. Исполнит еще арию, простите, исполнит Руанда Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила». Хочу от вашего имени поблагодарить Ивана Ивановича Петрова, дорогого нашего гостя, за такую прекрасную встречу, за его дар замечательный, дар не только музыканта, дар певца, но и дар общения. Это великий дар. Пожелать ему доброго здоровья, чтобы он был с такими всегда молодыми глазами, чтобы он также трудился на поприще нашего искусства. Чтобы еще хочу пожелать, чтобы у Ивана Ивановича учились многие, и не только разные люди, те, которые хотят быть в искусстве, не профессионалы, и профессионалы. Я очень хочу пожелать, чтобы у Ивана Ивановича были достойные преемники и в консерватории, и так, чтобы искусство Ивана Ивановича крепло
рады вам о нас всех, чтобы действительно мы смогли по достоинству оценить то, что мы имеем. И не упускать это, потому что, к сожалению, мы очень часто забываем своих прекрасных современников. И забываем, это не по злому умыслу, может быть, а так, в мимоходной нашей вот этой суетной жизни. А все-таки оставлять место надо настоящему. Каждый в своей душе должен оставлять место для настоящего. И когда есть настоящее общение, то есть настоящая интересная жизнь. Еще я вам хочу сказать, что, дорогие друзья, немножечко к вам грустный разговор, но тем не менее, мне бы хотелось с вами поделиться. У нас следующая наша встреча, 10 апреля, она будет в какой-то степени, может быть, и последней. Хочу вам это сказать абсолютно откровенно. У нас, как вы видели обозначенном в абонементе, мы существуем 25 лет. Но, к сожалению, вот сегодняшний, так сказать, год, 25-й сезон. И мы хотим скромно, как мы можем отметить в апреле месяце наш юбилей 25-летний. Но, к сожалению, должна сказать, что руководство Союза композиторов, руководство этого дома, оно считает, что вот такие наши встречи не нужны. Понимаете, и все делает для того, чтобы мы не существовали, чтобы этот сезон был наш последний. У меня к вам большая просьба. Если у кого-нибудь из вас хоть есть какие-то выходы на наших спонсоров, которые могли бы помочь нам в нашем деле, мы бы еще остались, может быть, несколько сезонов работали. Но у нас нет никаких абсолютно средств для существования. Понимаете, мы уже вот задолжали артистам, которые выступают у нас, с декабря месяца мы не можем им оплатить. Мы должны вынуждены либо закрыться, апреле месяце наше дело закрыть. Я считаю, что это было бы великим преступлением. Всем нам это было бы большой минус, потому что невозможно себе представить, при том, что культура наша абсолютная на нуле, как вы это понимаете, сейчас находится, без дотации государства, у нас нет выхода. Либо искать спонсора, который нам помог бы в нашем деле, просто спонсор, который бы понял, насколько важно то дело, которое мы делаем. Понимаете? Если мы не найдем этого спонсора, мы вынуждены будем закрыть наш клуб. Вот так что, пожалуйста, если у вас кто-нибудь есть и есть какие-то выходы на людей состоятельных, на людей, которые понимают, что наше искусство находится сейчас очень под большой угрозой, мы просим вас помочь нам. Помочь и подумать. И выйти, пожалуйста, можно через меня, выйти, так сказать, на наше руководство и все-таки продолжать наше дело. Если вы считаете, что это дело необходимо. Вот такой у меня к вам разговор. И очень большая просьба. А сейчас, значит, мы все-таки в апреле, 10 апреля встретимся. Надеюсь, мы очень скромными нашими возможностями отпразднуем наш юбилей, все-таки четверть века. Четверть века в этом доме продолжается замечательное дело. Вот. И благодарим за ту великолепную возможность еще раз Иван Иванович, что он нам сегодня доставил. Спасибо вам огромное. Вы знаете, то, что вы сейчас сказали, вот это меня как-то, знаете, так угнетает, страшно. Но как можно вообще об этом даже думать? Ведь, посмотрите, эти девочки, эти мальчики, совсем юные, это же школьный возраст, мы их должны воспитывать. Ведь наши великие люди, наши, которые уже давно ушли, но ведь они нам оставили огромнейшее наследство, которое даже и оценить-то невозможно, сколько оно стоит. Это невозможно оценить.
Но и мы же должны воспитывать нашу молодежь. И если есть вот такая возможность, конечно же, ведь это же надо делать. Вы понимаете, что? Но если вы меня пригласили вот тогда один раз, сегодня второй раз, разве я бы мог когда-нибудь поставить вопрос, что я должен за это что-то получить? Ради Бога, я бы просто тогда с вами разговаривать не стал. Вы настоящий человек просто. Извините, вы прекраснейший музыкант и настоящий человек. Но, увы, у нас сейчас жизнь такая, что люди становятся другими. Я понимаю. Так вы понимаете, что? Я знаю, что вам скажут, что ага, нужно платить за аренду зала, платить за освещение, платить за отопление, за уборку и так далее, за все. Вы понимаете, что? Ведь я открою секрет такой. У нас в доме ученых, вот у нас замечательный коллектив, вы понимаете? Вот люди науки, но они хорошо очень работают и любят. Ну, в каком смысле работают? Со мной вместе занимаются. Занимаются музыкой. Ну и мы даем каждый месяц один, а то и два концерта. Даем в доме ученых. Конечно, ни за деньги, а просто даем эти концерты, маленькая афиша висит в доме, и приходят люди и получают удовольствие от того, что мы им предлагаем. А мы им предлагаем различную музыку, и французскую, и английскую, и немецкую, и американскую, и русскую, какую угодно, причем в подлиннике, чаще всего на языке композитора все это у нас делается, понимаете как? И вот это все, чтобы уничтожить, но ведь там, в доме ученых, нас ведь тоже берут деньги. Потому что нам сказали так, если вы спонсора не найдете, вы существовать не будете. У нас Академия наук нам денег не дает. И мы нашли все-таки, они нашли, вернее, спонсора, который дает нам, небольшие деньги, но все-таки дает нам деньги на существование. Ну и вы понимаете, и все-таки 60% мы платим налога с этих денег, вы представляете? И нам остается вообще какие-то крохи. Но все равно мы работаем. И я даже вот с моей женой, вот здесь моя супруга говорит, сидит. Вот мы с ней часто беседуем дома, что даже если ничего платить не будут, ничего, я все равно буду. Понимаете? Это нужно для воспитания наших людей, а уж не говоря о воспитании вот этих вот маленьких людей, наших будущих граждан. Мы их должны воспитывать в хорошем духе. Иван Иванович, я с вами совершенно согласна. Вот хорошо бы руководство Союза композиторов и этого дома услышало хоть одно этого слова. Вот они глухие, и они черствы. И когда глухота плюс черствость, это получается ужасно. Понимаете, любое дело можно погубить, любое хорошее дело. Вот если мы только будем активны и думать все, может быть, мы выживем. Ну ладно, не будем на грустный момент сейчас уповать. Давайте все-таки мы на хорошей ноте оптимистически закончим. Замечательной музыкой Михаила Ивановича Глинки. Прекрасным исполнением. Да будет она звучать всегда. Спасибо. Спасибо.